Хорошая атмосфера у вас, все великолепно. Пришли хорошие люди, здорово. Все хлопали, да. Ну, комментировать на всеобщее обозрение нашу личную игру, конечно, это, наверное, сейчас нам не хватит с вами эфира никакого. Ну, тем не менее, и как обычно, рабочий процесс. Было хорошее, было и плохое. И, конечно, наслаждаться хорошими моментами и, соответственно, разбирать плохие. Это наша работа, становиться лучше. Ну и, соответственно, сейчас у нас выезд в Красноярск. Сделаем работу над ошибками. Сейчас поговорили в раздевалке. Тренер нам все сказал, все рассказал, что он о нас думает. Соответственно, мы все профессионалы. Соберем свои мозги в кучу и вперед. Вопрос такой, у вас очень богатый опыт игровский. Было такое, чтобы 6 трешек подряд залетал? Ну, сегодня что-то феерическое, конечно, происходило. Я очень рада за этих девочек, между прочим. Хочу, правда, порадоваться чисто как баскетболистка за баскетболистку. Это круто, это реально дает такую уверенность, что действительно на долгие года, будем так говорить. Было, конечно. Я сама лично 9 раз подряд в одной игре сделала такой результат. 9 подряд трехочковых. Я знаю, как это чувствуется. Это было в Турции где-то, там, в какой-то команде. 9 подряд трехочковых, я представляю, что это за чувство. Это, конечно, как будто бы крылья и летишь. Все, куда-то уже.